Не так давно в Ульяновск пришла настоящая весна. Вместе с ней совсем скоро домой возвратятся и перелетные птицы, которым крайне необходима людская забота. Об этом и подумали ребята из молодежного совета ТОС и приняли взрослое решение, что нужно обязательно соорудить дома для птиц. Не знаю, как для других, но мне это нравится. Я хочу, чтобы наша природа была в нормальном состоянии, не такая, какая она сейчас. У нас очень грязные воды, например. Те же самые птицы очень часто погибают, потому что дети, такие, которым все равно, выбрасывают жвачки, всякий мусор, птицы погибают. И хотя бы эти скворечники могут им помочь где-то прятаться. Узнав об акции, приуроченной ко Дню птиц, молодежь, не безразличная к судьбе своего края и его пернатых обитателях, совместно с экологической палатой Ульяновской области инициативу поддержали. В природе все взаимосвязано. Все сохранение природы влечет за собой только хорошие последствия. Ребята считают, что таким добрым делом обязательно помогут спасти многие виды птиц. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.